Для ускорения обучения процесса проектных работ существует большое количество различного вспомогательного инструмента. Для выполнения той или иной задачи. Этим отражением электронных компонентов с печатной платой личным помощником послужит отсос прибора, или как его называют, отсос. Работу, которую рассмотрим на примере модели GS154, выпускаемой под японским брендом. Лавацо достаточно легок, весит 165 грамм и удобен в применении. Нажимаем на что-то, что искать сахара, и далее нажать на кнопку спуска, отсос будет приведен в действие. Данная модель состоит из классных вакуум, поэтому им даже можно работать и на многослойных печатных платах. Примерно можно демонтировать компонент, который имеет несколько выводов. Прогревать сразу все выводы довольно проблематично, не имея специального паяльного оборудования. А с помощью отсоса очередно удаляем прибор с контактов, тем самым без перегрева повреждений быстро освобождаем компонент. Конструкционного лавососа GS54 можно выделить автоочистку. Специально чистящий стержень удаляет остатки прибоя после каждого использования. Также можно отметить легкость разборки отсоса для обслуживания, к примеру, для смазки или очистки. Ну и, конечно, антистатическое исполнение термостойкого пластмассового корпуса и сменного фторопластового носика. Поэтому можно с уверенностью использовать данную модель при демонтаже чувствительных компонентов к статическому электричеству. Таким образом, Алаза GS54 является очень удобным и практичным вспомогательным инструментом, используя которого вы всегда будете верить в надежность и долговечность.